Ну, а далі будемо говорити про війну. І з нашим гостем, з нами на зв'язку Роман Світан, військовий експерт, полковник запасу Збройних сил України, військовий льотчик-інструктор. Роман Григорович, рад вітати і бачити, як завжди, добрий вам день. День добрий, бажаю всім здоров'я. Пане Романе, фактично 2 тижні боїв у Курській області позаду. Можемо певному аналізу піддати те, що відбувається там. Багато подій відбулося. Треба зазначити, що вже по факту на початок 3-го тижня все менше з'являється інформації про просування Збройних сил України у Курській області. Можливо, то і добре. Водночас Діпстейт повідомляє, що 18 серпня Сили оборони України взяли під контроль Апанасівку, Снагость, Отрубу і просунулися в Ольгівці Курської області. Також інформація про знищених фактично вже 3 важливих логістичних мости, що може означати серйозну пастку для росіян. Що скажете на 3-й тиждень Курського прориву? Ну, вже понятно, абріси того оперативного плацдарма, який намітили наше воєнне руководство. Це лівий берег Сейма. Тобто, якщо посмотреть на ріку Сейм, от вона істоки її в Білгородській області, далі вона заходить в Курську, йде на Курск, а з Курська Сейм йде на Курскую атомную, ну не на саму, то есть рядом проходит с Курчатовым, Курчатов, Льгов, Рыльск, с Рыльска петля, и дальше идет на Теткино и заходит в Украину и пошла на Конотоп и до впадения в реки наши основные. То есть это Сейм так проходит. И вот именно по абрисам Сейма, скорее всего, и это есть тот плацдарм, который наметило наше военное руководство. Начали подрывать мосты, а это уже понятно, начиная от Теткина, 3 моста уже взорваны по направлению в сторону Рыльска. Я думаю, правильным будет, если вдоль всего течения Сейма, по крайней мере от Курска до Теткина, мосты будут взорваны. Механизмы для этого есть. Мы видим, дальние средства поражения работают, скорее всего, ракеты, авиация, авиационного пуска, так называемого. То есть есть возможность их все, в принципе, отминусовать. Ну, естественно, укрепление наших войск, расширение оперативного плацдарма для оборонительной миссии. Почему оборонительная? Сейм – очень хорошая граница, вернее, очень хорошая укрепрайон для границы, для будущей границы определенных, для определенных целей. Цель основная здесь именно оборонительная, то есть создать полосу обеспечения для уже нашей границы как основной. Оптимально это реки. Мы уже несколько раз с вами в течение, наверное, 1,5 лет об этом говорим. Оптимально как раз прикрываться реками со стороны России. Наши западные берега всегда выше. Реками можно прикрыться и тем же Сеймом. Дальше, если посмотреть южнее, там есть и Северский Донец, и Оскол. Северский Донец впадает в Дон, рекой Дон. Так же само можно прикрыться от россиян и, в принципе, отрезать Донбасс. Освобождение Донбасса как раз пойдет с востока на запад, с Дона, Северского Донца, с Дона. То есть это оптимально. Западные берега выше, помните, сила Кориолиса не просто так по закону Берра, то есть есть этот момент, связанный с лучшими нашими позициями на Западе, это постоянно прикрывались 1000 лет от восточных орд, вот именно высокими берегами. Поэтому я думаю, именно такое развитие событий сейчас будет в Курске, оно не будет уже одномоментным. Одномоментно это прорыв, то есть идет прорыв, сначала просачивание, прорыв линии боевого соприкосновения, а дальше уже контроль самого плацдарма. Плацдарм не маленький. Это 1000 квадратных километров. То есть если посмотреть на по течению Сейма, то есть Сейм отсекает от Курской области, отсекает 1000 квадратных километров, но на его берегах очень хорошо обороняется. Якщо ми говоримо, що це буферна зона, то ціль досягнута? Як довго ми тепер у Курській області? Ну, я бы не сказал, что это буферная зона. Буферная зона создается без захода. То есть буферная зона – это контроль дальними средствами поражения определенного расстояния до полосы обеспечения, до линии боевого соприкосновения. То есть буферная зона у нас будет за Сейму. Вот мы до Сейма по левому берегу подойдем, а буферную зону нам нужно будет создавать уже за Сеймом севернее, в сторону Москвы. Уже будет зависеть от
радиуса средств поражения, которых у нас будет в достаточном количестве. Если это будет, допустим, только артиллерия, это значит до 30 километров. Вот это будет буферная зона, в которой в этой зоне не будет находиться, естественно, наши войска не будут, и российские войска туда просто не подойдут. Это FPV-дроны, это армейская артиллерия, вот тогда это серьезная 30-километровая буферная зона. Если у нас будет достаточное количество, допустим, до тех же «Хаймерсов» ракеты М-31, так можно и 80 километров буферную зону создавать. Потому это немножко просто неправильный с военной точки зрения термин. Это зона, которая будет под нашим контролем, так как именно река Сейм для нас оптимальный вариант создания линии боевого соприкосновения, линии фронта, линии границы. Причем она может быть очень надолго. То есть пока не развалится Российская империя, нам удобнее как раз на берегах реки Сейм создавать эту линию ЛБС, граница, как угодно. Здесь вот можно по-разному ее назвать, в зависимости от действий. А вот буферная зона должна быть за Сеймом в сторону Москвы. Роман Григорович, враховуючи те, що відбувається зараз у Курській області, вам зрозуміло і видно перспективи розширення цієї операції і на інші регіони Російської Федерації. В Білгородській області оголошено надзвичайний стан федерального рівня. Там відбувається також евакуація, там також є панічні настрої, але чи буде в ширину розширятись операція? Ну, мы с вами тоже проговаривали, давайте повторимся, раз вопрос такой возникает. Дело в том, что 600 километров границы до Оскола, это не была линия фронта, а должна была быть еще с 2014 года. У нас в 2014 году Россия напала на Украину, причем зашла в украинские области, на Донбасс, в Крым. А у нас линия границы не была оборудована как линия фронта. Вот не было ее абсолютно. Мы там бегали, цветочки собирали, и одни, и другие. Погранцы стояли на погранпереходах, и все. 600 километров границы. Причем даже после 22 года, когда они уже широкомасштабно, включая тоже эту границу, тоже зашли. После того, как вышли в 22 году, опять там ничего не было. Направление, помните, это ж не просто так, я второй год уже, третий уже говорю. Направление на Москву, вот это от Оскола до Беларуси, направление на север, на Москву, в крайне пуганных идет, а там вообще ничего нет. Нам надо создать на 600 километров границы, выровнять границу по рекам, оптимально это по рекам, может быть, по высотам, если это командиры оперативно-тактического уровня, они должны там определить. Там границы, то есть определить линию самую удобную для обороны. То есть с этой точки зрения, с точки зрения фортификаций. Выровнять эту линию границы, то есть выровнять линию фронта для уменьшения ее по ширине. С 600 километров границы от Оскола до Беларуси она ломаная. Надо выровнять вот этим по рекам, по высотам. Километров 400 сделать, раза в полтора ее уменьшить. После этого разворачивать боевые действия уже как и формировать линию боевого соприкосновения в линию фронта, а не линию границы. Но она будет пока линией границы. До развала Российской империи. Надо удерживать эти российские орды, которые будут налетать. Потому, я думаю, там будет расширение однозначное. Только не вглубь, а вширь. Вот вы правильно сказали, вширь. Не углубляться на российскую территорию. Смысла нет. Углубляться только если доходить до реки, которую потом использовать как фортификационное сооружение. Ну, примерно так, встраивая ее в фортификацию. А дальше расширять. Причем и на север, в сторону Брянской области. Там довольно-таки хорошие такие карманы есть, которые можно срезать вплоть до Беларуси. И на юг, в сторону Оскола, то есть это практически вдоль Харьковской области, срезая Белгородскую область и заходя, та часть Белгородской области, и подходя практически до Оскола, потому что уже за Осколом там линия фронта уже сформированная. Поэтому, я думаю, однозначно будем расширяться. Это давно, ну как, это надо было еще 10 лет назад делать. Ну, 2 года назад уж точно. Если это вот догорело на 11-й год до наших великих стратегов догорело, что у нас 600 километров линии границы, а не линии фронта, и начали расширять. Ну, хотя бы сейчас уже, ну, однозначно, раз уже начали, будем расширяться. Путін віддав кураторство в курській ситуації своєму екс-охоронцю Олексію Дюміну, колишньому губернатору Тульської області, нині, я так розумію, раднику Путіна. Як ви можете зараз оцінити
дії Російської Федерації в контексті, як вони кажуть, вибиття ворога чи витіснення ворога. А як можна оцінити зараз їхні військові дії? Ну, чесно сказати, оцінювати поки нічого. І поки нет воєнних дій практично ніяких. Ну, то есть нет стандартных подходов к формированию новой линии боевого соприкосновения. Его просто нет. Они пытаются забросать, пока просто пытаются забросать вот так снежками. Вот много снежков, забросать какую-то точку вот так этой живой силой, которую соскребают со всей России. Вот можете себе представить, сняли не только с Энгельса, охрану аэродрома и некоторые части аэродромно-технического обеспечения. А еще и с Украинки, это вообще Дальний Восток, это там вот Ту-95, где стоят основная база, Армурская область, наш Зеленый Клин украинский, Украинка не просто так аэродром, там и Черниговка рядом тоже аэродром. Так вот, с Амурской области, с Украинской, с Белой, это там вот где Ту-22М3 разбился недавно, с Энгельса, поснимали оттуда обеспечение и бросают, а это не боевые, не штурмовые части. Это говорит про кризу ресурсу? Однозначно. Это недостаток ресурса, причем подготовленного. А это значит, нет, то есть нечего здесь оценивать. Это не военные действия. Какой Дюмин отношение имеет к армии? То есть это он его поставил, скорее всего, для того, чтобы как-то управлять процессами пограничными. То есть они пока воспринимают это как пограничный конфликт, пограничный инцидент. Почему и Дюмин? Пограничники же российские, это ФСБшники. Ну, это КГБ. Старые ФСБ, погранцы остались у них в подчинении. Потому он и поставил его решать пограничный инцидент. Пока военных действий в российских действиях не наблюдается. Потому с военной точки зрения пока здесь нечего анализировать. А західні аналітики пишуть про те, що Росія може готувати контрнаступ на своїй території на осінь чи то навіть на жовтень. Може, однозначно. Діло в тому, що такі дії, як зараз проводяться, тобто розтяжка по фронту росіян, причому ми зараз бачимо тільки, ну, якщо брати фронт, причому фронт має вовлікати і лінію границі, в тому числі і лінію соприкосновення з російськими частями. Так вот, сейчас мы видим расширение наших возможностей и действия наши по северной границе. То есть это район Курской, может быть, Белгородской, не исключая возможности, что в ближайшее время у нас начнется такое же движение по Белгородской и по Брянской областях, еще севернее Курской. То есть по Брянской это в сторону Клинцов, это мы уже говорили про Унечу. Унеча это одна из самых основных станций по переброске нефти из России, получение валюты, а там 40 километров до нее от нашей границы. И в ближайшее время, скорее всего, будут действия и на Южном фронте. Но это по классике. Здесь даже не знаю, какие-то, что там придумали наши полководцы, но классика, то есть растяжка идет по фронту, это значит сначала с одной стороны, а потом с другой. По югу. У нас сейчас наша спецура работает по Кинбургской косе, по левому берегу, по Кинбургской косе, чуть дальше Тендровская коса, мы это все видим. Разведка наша уже углубилась там километров на 30 по левому берегу. И не исключая возможностей боевых действий в районе Приднестровья. Это Россия, это российские войска там находятся на оккупированной территории Молдовы. И причем для нас российские войска, где бы они находились, это враги, мы можем их уничтожать. А как раз Приднестровье это вообще, если честно сказать, для боевых действий просто песня. Вдоль реки на глубину где-то 10 километров, растянуто на несколько сотен километров российские войска, где-то в районе двух бригад. Их, в принципе, как зайцев перещелкать можно, там поставить потом их в обмен, то есть взять в плен, их уничтожать не надо. Взять в плен и на обмен отправить, мы своих тысячи ребят можем вытащить. Ну, естественно, в Приднестровье вопрос решить по боекомплекту. Там хватает боекомплекта, там российских войск мало, а боекомплекта хватает. То есть там можно еще разжиться таким ленд-лизом. Потому не исключая возможности, вот даже сейчас, не дожидаясь там осенних каких-то моментов, вот даже в ближайшее время действий по тому же Приднестровью. А на осень у нас, если брать, исходя из вообще возможностей как таковых и стратегических задач, у нас Крым.
Потому в зависимости от количества сил, средств, они напрямую зависят от наших партнеров. То есть если получим достаточное количество авиации, средств поражения, Крым, механизмов сейчас на данный момент он вообще-то один остался. То есть форсирование Днепра на Скадовск, на Армянск двумя сухопутным коридором и через море, то есть километров 50 морским. Это из карты местности видно. То есть лучшие механизмы, вот они вот такие. Мы же по худшему не пойдем однозначно. Поэтому я думаю, на осень возможно такого рода действия. Роман Ильич, а росіяни, яким може бути російський контрнаступ у Курській області? Як вони можуть планувати його звільнення? Ну, на даний момент у них є єдиний ход для того, щоб купувати ту ситуацію, яка є в Курську. Це зняти десь около 30-50 тисяч резервів з Восточного фронту. Їх більше взяти негде. Развернуть войсковую операцию. Не ту, что сейчас, я же почему говорю, что сейчас пока там нечего анализировать, это не войсковая операция. Пограничная, ФСБшная, какая угодно, но не войсковая. Разворачивать войсковую операцию на Курском направлении, разворачивать с их стороны линию боевого соприкосновения, опять же, с полнейшими выкладкой по фортификациям, и только после этого они смогут нас выдавить обратно, допустим, до границы, по крайней мере, до тех фортификаций, которые у нас сейчас открыты в районе Сумской области. Механизмов других нет абсолютно. Авиационные средства поражения, они применяют и на данный момент, но у нас нет стабильных целей. У нас до сих пор мы движемся, то есть в постоянном движении не даем прицелиться россиянам. Потому если они 30 тысяч не снимут, 30-50 вот где-то так, но для этого им надо будет остановить наступательные действия на востоке. Для нас это будет тоже одна из наших задач. Того же действия по Курской области. Про схід зараз обов'язково ще поговоримо. Ще про такі важливі рішення, які були ухвалені минулого тижня. Створення першої військової комендатури на Курщині. Буде один із українських генералів керувати цим процесом. Це буде генерал Едуард Москальов. Плюс також сказано про те, що курян можуть евакуювати, організують принаймні цей коридор на Сумщину, що, чесно кажучи, також викликало певну зраду у соціальних мережах і у певних серед певних верств українського суспільства, типу доцільно, недоцільно. З іншого боку, є аргументи про те, що ми держава правова, і очевидно, що таких людей може бути не дуже багато. Ось такі рішення політичні, які вже самі по собі назрівають, і зрозуміло, що з'являються на третій тиждень бойової операції у Курську. Що можете сказати про них? Як вони вам? Ну, діло в тому, що Україна є підписантом доволі таки великого количество международных соглашений, начиная там с 49-го года конвенций по действиям в боевой обстановке, по ведению войны, и нам точно нельзя от них отступать. А там есть определенные обязательства стороны, которые выполняют боевые действия по отношениям к мирному населению. Нам надо все эти пункты соблюдать. Для чего? Для того, чтобы потом, во-первых, россиянам предъявить на суде и при нарезании репараций, контрибуций их незаконные действия, ну и самим не попасть под некоторое давление в этом смысле. Потому мы будем четко действовать согласно этих законодательных актов. Еще раз повторюсь, им уже чуть ли не 100 лет, потому здесь ничего, так сказать, нет предосудительного, никакая это не зрада однозначно. Мы все-таки действуем в мире и сейчас ведем боевые действия согласно определенных законов, которые законы ведения войны. Мы от них отступать не будем. То, что, допустим, вывозить россиян на украинскую территорию, ну, здесь все будет зависеть от самой схемы построения. У нас одна из основных задач – вывести мирное население из зоны боевых действий. То население, которое, естественно, захочет. А если это надо, конечно, есть механизм принудительной эвакуации. Да. А дальше уже в зависимости от желания тех граждан, которые вывозятся, они могут остаться на нашей территории, а если они захотят вернуться на российскую территорию, мы должны обеспечить коридор по выходу только не в зоне боевых действий, а где-то в другой зоне. Допустим, в сторону Беларуси или в сторону, допустим, Брянской или Беловской области. Но оптимально это, конечно, в третью страну на Беларусь их отправлять транзитом
для того, чтобы их у себя не оставлять. Но еще раз повторюсь, это все согласно нашим обязательствам, а мы их точно, это международные, мы их точно будем выполнять. Скажу вам, дивлячись у ті відео, які з'являються у соціальних мережах, загалом в інтернеті, де наші військові спілкуються і в Суджі з місцевими, і в інших населених пунктах, в принципі, вони кажуть, що їх ніхто не ображає, і все ок, вони навіть знають, що відповідати на слава Україні, і загалом спілкуються прекрасно українською. Ну, трохи крадуть в місцевих магазинах, що там залишилося, їм привозять також гуманітарну допомогу, українська сторона. Так видається, що не дуже принципово там під чиїм прапором жити. Ну, мы знаем прекрасно, что эти пять областей – это бывшая земля украинская. Естественно, там украинцы и фамилии больше Коваленок, Дмитренок и Бороденок, чем Ивановых, Петровых, Сидоровых. Ну, так сложилось. Это действительно земля Украины, и она там… Это наше черноземье, в конце концов. То есть, по большому счету, естественно, люди, которые там есть, не все еще обрусели. Ну, а те, которым уже лет так под 50 и больше, так они по-украински размовляют. Потому ничего здесь необычного нет. Они нас будут, может быть, и не будут встречать там как освободителей, но негатива точно на входе не будет. Те, которые с негативом, они уже ушли. Они уходили перед движением войск. А украинцы, генетические украинцы, то есть ментальные украинцы, там та и такие есть, там же много спаренных браков, они нас встречают в этом смысле как минимум недружелюбно, то есть недружелюбия однозначно нет. Поэтому проблем, я думаю, с местным населением точно не будет, вплоть до где-то до Московщины туда, если двигаться в ту сторону, где-то до болот Московии живет в основном украинское население. Да и вообще, если взять по радиусу вплоть до Кубани, там украинское, там украинцы практически везде. То есть от Курщины до Кубани там несколько поколений украинцев. Я сам донецкий прекрасно знаю, откуда появились украинцы на Донбассе, как шли с Сечи, с Запорожской, двигались на Дон, практически заходили, оставляли станицы, села украинские, как раз с кучей украинских фамилий и именно с запорожским менталитетом. Я сам с одного из таких сел, потому и станиц. Потому знаю прекрасно, что это такое. Роман Григорович, чи не видається вам, що панікує Лукашенко? Тому що він почав активно роздавати інтерв'ю, він активно говорить про те, що пора прекратити драчку, це його пряма цитата, це він так каже про те, що треба поговорити. Ну, наративи одні й ті, що західні куратори диктують свої правила, а нам би сісти поговорити. Тим часом він намагається якось також активізувати свої бойові порядки, розгортає там якісь певні бригади на українському, на прикордонні з Україною. Що відбувається в Білорусі? Які там можуть бути настрої? Чи варто нам зараз, ну, так і туди поглядати? В плані небезпеки. Ви правильно сказали по поводу того, що Лукашенко почав нервничати. Чому він почав нервничати? Це ж все просто. Білорусь, в основному економіка Білорусі, вона повністю залежить від нафти Росії, яку вона качає через Білорусь, в основному через Білорусь, на Запад. Если посмотреть на нефтепровод «Дружба», который заходит в Брянскую область и в районе Унеча, а там, по-моему, село Высокое, рядом с Унечей, юго-восточное. Я просто там летал, Климов аэродром, как-то рассказывал, мы там курсантов учили от Конотопской авиабазы. Знаю, там прекрасно все вытоптали, пролетали, знаем все, это, все эти красные зоны, которые там были, где летать нельзя было, как раз над Новозыбковым и над Унечей. Там такие две серьезные были зоны запретов полетов, потому что там перекачивающие станции. Так вот, труба с нефтью заходит в Унечу, а в районе Унечи она разветвляется на несколько потоков. Один поток идет на Усть-Лух. Помните, с полгода назад, наверное, были наши беспилотники, уничтожали в Усть-Луге порт. Так вот, нефть туда идет, в этот Усть-Лух, под Питер, как раз из Унечи. Унечи – это Брянская область. Это 40 километров от нашей границы, от Семеновки. 40 километров до Унечи. То есть, если бы вот это движение, которое сейчас на Суджу у нас есть, пошло в сторону Унечи, у Лукашенко на данный момент бы не было нефти.
если бы мы зашли не на Суджу, не на ГИС Суджа, это газовая измерительная станция, а на вот эту ЛДПС, ЛПДС, по-моему, он так называется, линейная там диспетчерская станция перекачивающая. Так вот, если бы зашли на Унечу, это те же 40 километров, то отрезали бы и трубу на Усть-Луг под Питер, нефти бы там не было, трубу на Беларусь на север через Новополоцк и дальше на Прибалтику. И третья труба идет на Мозырьский НПЗ. Мозырьский НПЗ – это самый большой нефтеперерабатывающий завод в Беларуси. В основном вся белорусская экономика от него зависит. С Мозырьского НПЗ идет дальше еще две. То есть труба раздваивается, часть идет в нефти, идет на Польшу и дальше туда на Германию. А часть через Украину мы качаем. А на Венгрию, Словакию, почему что это Лукашенко, почему Орбан, Фицо, на Венгрию, на Словакию идет нефть. Почему они все сильно смотрят в рот Путина? Да потому что они, вот эта разница в цене для них очень важна. А вентиль в Унече. Так вот, у Лукашенко сейчас, он же свою умкалку почесал и подумал, это хорошо, что Сырский пошел на Суджу. А если бы он пошел на Унечу? Еще не все же закончилось. Недавно, кстати, вот дня два назад уже начали обстреливать то направление, начали работать по ЖД мостам в сторону Унечи как раз. И вот у Лукашенко он понял, что если сейчас дальше пойдет движение украинских войск, мы точно будем контролировать этот вентиль. И здесь уже у Лукашенко полностью будет от нас зависеть. Причем Унеча на российской территории. Просто будет под нашим контролем. И сейчас у него истерика, реальная истерика. Он не понимает, что делать. Он бегает с этими своими там несколько десятками тысячами белорусской армии, инфильтрованной российскими офицерами. И он носится с ней, как дурень со ступой по всей Беларуси, не знает, что с ними делать. С одной стороны, если сильно сейчас начнет бегать, Путин увидит, что у него неплохо получается, он их затянет в Россию. Ну, то есть, ту же Унечу охранять, допустим, оборонять, пытаться, по крайней мере. А это значит, ударим по Мозырю. Тут же Мозырьского завода не станет в 3 секунды. И тут он прекрасно понимает, что ему лучше призывать всех сесть за стол, куда-то усесть, где-то поговорить, чайку попить и так далее и тому подобное. Почему? Потому что он понимает, что впереди большие проблемы в белорусской экономике. Колись Лукашенко в одному з інтерв'ю казав, я йому говорив, Володя, в твоїй стране війна. Ну, тепер просто звернення до іншого. Роман Григорович, тим часом маємо розуміти, що війна вже і на території Російської Федерації, але водночас оцей наступ на сході нашої країни, він дуже активний, зокрема Покровський напрямок, ситуація дуже непроста. Росіяни мають певне просування, вже навіть подекуди з'являється інформація про те, що більша частина Нью-Йорк контролюються росіянами, хоча водночас кажуть, що ми і досі тримаємо там певні позиції, там точаться бої. Є вже заклики від українських міністрів про те, що цивільні мусять протягом 2 тижнів евакуюватися з Покровська, Мирнограда і Селидового, що РФ наближається до цих міст. Ситуація важка. Наскільки вдасться її контролювати і зупинити їх? Ну, за счет городов, за счет агломерації. Можно остановить. Если не упрутся в Покровск, в Селидово, в Димитров, вернее, в Мирноград, они сейчас туда подтягиваются, они же идут в рогатке 2 дорог. Вот если посмотреть на карту, с Покровска выходит 2 дороги. Одна дорога идет на Донецк через Карловку, а вторая дорога идет на Константиновку. Так вот, они идут между этими 2 дорогами напрямую практически на Покровск, сразу пытаясь контролировать и одну, и другую дорогу. Если дорога, допустим, в сторону Константиновки, в принципе, для нас на данный момент большой роли не играет, потому что Константиновка сейчас подпитывается через Доброполье, через север, там попроще, по крайней мере. А вот с Карловкой проблема. Карловка напрямую зависит от дороги с Покровска на Карловку. Это Донецкое направление. Это Покровск, Карловка, Пески, Донецк. Вот эта дорога основная. Так вот, россияне сейчас к ней подходят с севера. Они, в принципе, выбрали единственно правильный путь развития, вернее, движения с Очеретина. Как только они зашли на Очеретина, они не сразу пошли на Карловку по левому берегу реки, а по правому берегу пошли по высотам и начали заходить уже с тыла на Карловский гарнизон. Почему они, в принципе, и не стали давить в лоб на Карловку, только, получается, с тыла. То есть ход был с точки зрения военной логики правильный.
Единственное, что мы не смогли этому абсолютно никак противостоять. Почему? Есть несколько причин, но основные. Первое, КАБы российские. Они, любые наши укрепрайоны, какие бы мы ни отрывали, тут же разносят КАБами. То есть авиационные бомбы любой район разнесут. И второе, очень большое количество живой силы противника. Просто засыпают этим фаршем, пушечным мясом российским. Куда-то они вместо техники используют именно живую силу. Техники там сейчас мало. Там FPV-дроны наши повыбивали всю технику, но живой силы очень много. И где-то 1:10. Вот где-то такое соотношение на одного нашего бойца, где-то с десяток российских террористов. И они, естественно, выдавливают авиация и живая сила. Потери там немеренные у россиян, но, тем не менее, мы не можем удержаться. Выкашивать пехоту можно, в принципе, всего лишь двумя механизмами. Либо кассетными боеприпасами, это если 155-я арта, но их не хватает. Их в последнее время что-то нам перестали давать, эти кассетники. Либо миной 120-й, 82-я еще подойдет, но реально 120-я мина. Вот против пехоты лучше всего работает 120-я мина. Ее нет у нас. Она произведена, не закуплена, не поставлена. Это вопросы к Министерству обороны. Я думаю, вот этот вот прорыв россиян на этом направлении полностью, ну, под 100% лежит на министре обороны, на Умерове. То есть невозможность, непрофессионализм, неважно, это уже следователь должен разбираться, по злому умыслу, по недомыслию или скудоумию, допустим, у нас войска сейчас не обеспечены минометными минами и достаточным количеством боеприпасов. И только из-за этого мы сейчас Донбасс сдаем. Мы реально на данный момент сдаем Донбасс, отходим. Россияне упрутся, то есть они упрутся в Покровск. Мы их остановим Покров. Мы их остановим не войсками, остановим Покровском, Мирноградом и Селидовым. То есть это большие, ну как, они небольшие агломерации в смысле, но там очень много промзон. Это шахты, это промки перед шахтами, то есть терриконы в том числе. То есть там можно остановить российские войска, но они сроют в ноль эти три города. От просто строють, як срили Мар'їнку, як срили Бахмут. Тобто людям там не можна залишатися. Евакуація надважлива. Да, это в первую очередь надо уходить, потому с точки зрения стратегического провала я бы не сказал, что он есть. То есть его там пока не видно, потому что вот за счет этих городов мы их остановим. Та же самая картина и по северу. Вот вы говорите за Нью-Йорк. Да, они в Нью-Йорк зашли, уже практически весь контролируют. Дальше движутся в сторону Торецка. Даже если не Торецк, выдавят наш гарнизон с Торецка, их остановит Константиновка. Даже если выдавят с Часовьяра, их остановит агломерация Славянск, Краматорск и Дружковка. Так вот, Константиновка, Дружковка, Славянск, Краматорск, да, остановят. Они будут с ней возиться месяцами, а то и годами. Но вопрос не в этом. Там жить нельзя будет. Там этих городов просто не будет. Потому таким способом останавливать российские войска, ну я бы так сказал, ну, это уже преступно. То есть недостаток боеприпасов или невозможность их обеспечить, скорее всего, я бы так сказал, невозможность обеспечить войска боеприпасами, прикрывать мирными городами, мирным населением, ну, точно не стоит. И здесь надо разбираться нашим правоохранителям, нашим следователям, то есть что произошло. И если сняли Залужного, так, наверное, она была не Залужного снимать вместе с генералитетом, а снимать вот это вот политическое руководство, которое поставило в качестве политического руководства руководить военными ведомствами людей, у которых нет абсолютно никакого военного образования. Это я за Умерова, сотоварищи. Пане Романе, водночас хочеться поговорити і про стан російської авіації в тому числі, та десь очевидно про наш. Forbes пише про те, що за першу половину серпня Україна вдарила по 6 аеродромах Росії, де базується російська тактична авіація. Зокрема, тільки в ніч проти 14 числа було атаковано одразу 4 аеродроми – Халіносова, Слейку, Борисоглібськ і Балтимор. Ми бачили, як догорав там ТУ, і тривала дорозвідка, не знаю, яка стане на сьогодні інформація про те, був уражений чи ні міг на одному із аеродромів. Поки що, я так розумію, що ні раз інформації зовсім немає. Водночас, наскільки зараз стратегічно необхідні ось такі удари по таких великих аеродромах? Ви не раз про них розповідали.
Да, так и есть. Это тактические аэродромы, которые россияне используют, оперативно-тактические, которые они используют для ударов по нашему фронту, в основном восточному, уже и северному в том числе, и Балтимор в Воронежский, и Халина, Курская, Савослейка, само собой, Балтимор и Халина это в основном сушки там сидят, Су-30, Су-34, Су-35, они как раз кабы сбрасывают. Тот же Борисоглебск, это аэродром, там большая учебно-тренировочная авиабаза, там Л-39 основные, Альбатрос, и те же сушки от Су-25 по Су-35, но это чуть дальше, это еще километров 200 еще восточнее, в сторону Энгельса, то есть восточнее от Воронежа, от Балтимора. И Савослейка, само собой, это под Рязанью, там находится основной аэродром, где МиГ-31 сидят, и там СИС, специальная инженерная служба, которая кинжалы подвешивает. То есть эти аэродромы, они должны быть первыми под ударами. Вопрос, чем мы бьем? Бьем-то мы беспилотниками. Аэродром беспилотниками не отминусуешь. Да, можно повредить самолеты, да, можно там поджечь, может быть, отминусовать в какой-то склад горюче-смазочных материалов или склад с ракетами, то есть боеприпасами-то, если хорошо попасть. А реальный аэродром, чтобы отминусовать, его накрывать надо кассетными боеприпасами, теми же атакамсами 300-километровыми. Ну, только, допустим, до Курска и Воронежа мы еще достанем атакамсами, а дальше ж не достанем. Дальше уже нужны ракеты типа тех же джазмов с дальностями под 900 километров. До Савослейки, до того же Энгельса. Это только так достать. А без ракет, без боевых частей в полтонны, по крайней мере, вот это основная боевая часть, которая может нанести какой-то вред аэродрому, ракета. То есть это надо с десяток ракет, чтобы накрыть аэродром. А у нас их просто пока на данный момент нет. А те, которые есть, нам не дают ими пользоваться. Потому ребятам нашим приходится и изгаляться, и большое количество беспилотников тратить, по большому счету, чтобы накрыть аэродром. На авось, я бы так сказал, на авось пытаются вывести из строя самолет. Это не так делается. Это делается в онлайне, так сказать. Это надо, чтобы там висел наш беспилотник, который видел, куда идет ракета. Ракета должна быть запущена с самолета, чтобы летчик видел, куда ее вести через глаза уже беспилотник. Это целый процесс. Потому я думаю, ну, к этому мы придем, то есть, ну, это не сейчас. И сейчас только мучаем, я бы так сказал, пока мы вымучиваем эту тему с помощью беспилотников. Ну, а делать больше нечего, то есть на безрыбье и рак рыба. Роман Григорович, але росіяни також шукають наші аеродроми, шукають там цілі, ну і подекуди не безуспішно. В публічній площині вже була інформація про те, що їм вдалося знищити один із наших літаків. Міг. Не міг, я перепрошую. Чи міг? Поправте мене. Ні, не міг. То, що було на відео, це не міг. Це там все-таки один кіль, наверное, Су-24. Ну, по крайній мірі, то, що показували росіяни. От вони, кстати, роблять правильно. С точки зрения подхода к выполнению такого рода задач. То есть они вешают залу, Орлан или там Суперкам, но в основном зала. То есть висит зала, она видит расположение самолета, допустим, на аэродроме, точку она определяет, сводит ее по координатам, передает эти координаты, естественно, на пункт управления. Эти координаты вводятся в ракету, которая может быть еще перенацелена в полете. И дальше под контролем зала идет ракета и заходит, и зала используется, то есть камера залы используется как средство уже объективного контроля. То есть непосредственно видят попадание, ну, естественно, реакцию как таковую. То есть вот это правильный подход. И вот таким способом мы должны действовать. Но для этого у нас должны быть дальние беспилотники, разведчики типа той же залы, да, типа или Орлана. У нас должны быть самолеты, которые могут непосредственно через залу снимать, через беспилотник снимать координаты расположения и доразведку делать, проводить. Летчик это должен делать, естественно, вводить координаты и отправлять ракету, участвуя в ее полете. И это тоже возможно. Но для этого это все надо иметь. И беспилотник, и самолет, который может это делать, тот же F-16, и ракету типа «Джазма», который будет выполнять вот такие же самые задачи. Потому это наше будущее, так сказать. Именно так мы должны будем уничтожать российские аэродромы.
Спасибі вам, Роман Григорович, величезно за розмову. До зустрічі за тиждень. Гарних нам новин. Глядачам ще раз нагадаю, Роман Цвітан, військовий експерт, полковник запасу Збройних сил України, військовий льотчик-інструктор. Побачимось.